Да, да, это вот начало войны. А дальше продолжают наш круг. Тоже с покровом. Вот, здесь тоже книга. Это вот не солдат, но тоже родину пошли защищать. То есть чем могут. Вот, я смогу сворачивать. Двигайся, они или на себя, она будет немножко ехать. Без телевизора что-то сегодня. Блин, там профилактика какая-то. Сегодня суббота, выходной, какая профилактика. Все показывает. Конечно. Включите, правда. Хочу знать, что в мире творится. Решение Израиля единодушно осудили палестинской автономии от тестирования по русскому языку как иностранному. Сдать здесь можно в специальных центрах, сейчас их уже более 160. Хотелось бы, чтобы российским гражданам было точно так же комфортно осуществлять Кудышку. Да. Лучше, лучше, друзья. Спасибо. Да не за что, человек. Надо было приглашать. А ты что не делаешь? Дежурный ты? Что вы так разведчика Этьен. Ой, Этьен. Лев Манеевич такой был, разведчик. Перед войной. Интересная судьба у него? А? Ну, разведчик-то... Разведчик все интересные в Европе жил. Thank you.
Станислав, ты тоже едешь? А женщину я потому что дальнобойщиком работал. 11 лет. По долям. Я на них посмотрелся. Всяких мастей, как говорится. То есть мне трудно соблазнить. Я уже отлюбил свое. Я готов, мы готовы. Говорит, поезд ушел. Так, понравится иногда. И стал много кайф больше. Перегорел уже, наверное. Да, вообще не люблю кататься. Чок, вы не одетые. Как сказать, не гурман я, а я выбираю. Сам-то ни на что не похож, а баб выбираю. Женщины, я не сведу. Не люблю, когда курят, пьют, вообще не переваривают. Сам мало пью. Ну, бывает, конечно, попивают. Не без этого. Не святой. Далеко. Ну, как у вас утром хорошо от всех пахнет, да? Вы вечером приходили, чтобы так было. Как? Это что? Горько. Горько. Владимир Евгеньевич. Владимир Евгеньевич. Да. Алексеев. На очереди. Алексеев. Здесь все? Как самарский. Архипов, ты едешь? Да. До 10. Они бы хотели бы, не знаю, как будет данная ситуация. Доктор Главный. Я в комнате страшно. Алексеев! Эй. Молодец! Бузыкин! Эй. Кукаев! Воробьев Дима! Эй. Валеев! Эй. Васильев! Эй. Самарский здесь? Эй. Архипов? Эй. А? Эй. Здесь. Белов! Даже вот на фотографии и здесь есть такой же уже перемены, да? Раньше был подъезд какой? Переделано крыльцо просто. Недавно. Месяц стоял. А так так же было, да? А здесь все так же было. Пилил. Вот беда. Лучшие поколения. Вот он. Вот он. Пусть он так. А вон волк большой с бородой стоит. А он пишет. Вон внизу что написано. Ночлежный дом Бугрова. Ночлежный дом Бугрова перед спуском на ночлег. Справа твой брат стоит, Саша. 100 лет назад? Бедолаги. 100 лет назад. Мученики, да? С большими зубами. Ну, тогда они худенькие были. Нет, ну никак. Ты деда своего не нашел здесь? Ну, нет, я не грамоты не знаю. А вот этот козленок с шашкой стоит. А вот с шашкой стоит. Полицейский. Городовой. Городовой. Ну, полумен. И у нас тоже так же милиционер стоит в прихожей. А чем мы сейчас от них отличаемся?
так. Только. Вот только, и все. Видишь, на костылях. Шейку бедра сломал два раза. Операция стоит 120 тысяч. Я таких денег в руках не держал. Может, найдется какая-то сердобольная душа, которая поможет мне. Живу в Нижнем, в Гордеевке. 3 года скитал, вот, как освободил. Вот так вот. У меня в жизни все было и хорошее, и плохое. И муж, и дети, и семья была хорошая. Все распалось, все это, как можно. А клюшки-то раньше другие были у тебя? Самодельные, да? Самодельные. Можно давать такие. А это у нас в банке всего одно, там осталось такая. Первый план, это позируют. В полном, вот на фотографии, ну, как вот я смотрю вот на вас, такая вот они. А вот там вот с клюшкой женщина, она, по-моему, слепенькая. Вот. Вот этот вот мужчина вот с бородой ближе к забору. Мне он чем-то напоминает артиста Санаева. Такой внешний вид у него. Вот. Тоже такой, как говорится, ну, может быть, немощный или еще что-нибудь. Вот. Вот там уже ближе туда, к этому кучке народа. Там ведут свои разговоры, как вот мы сейчас ведем разговоры. Бабушка задумалась. Пошу там найди. Вот эта бабушка, вот, вернее, женщина молодая, с корзинкой. Знакомый? Чувствуешь, да нет, чувствуешь, что я приехала с Канавинского рынка. Собрала что-нибудь покушать. Вот. Ну как же, надо угостить своих товарок, своих друзей. Ну как же, вот. Да, целую корзинку насобирала. Вот, вот. Не то, что я, да. Может, она за грибами ходила? Может быть. За каким только. А, Гош, а за каким грибами-то? Нет, тут даже можно характер, по этим лицам можно характер человека определить. Вот женщина с краю сидит, из-под лобья смотрит. Значит, у нее какое-то недоверие, что-то. Какая-то вот... Мало, ты чего? Хитрый, да? Да, хитрость у нее в глазах такая вот. Недоверие, хитрость. Вот второй план, значит, с угла. Женщина расслабленная. Ну и что? Да, я бомжиха, да, я пришла ночевать. Вот. Да тогда и слова-то такого а не такого было. Не было, да. Ну, я уж на современный сленг перевожу. Ну, что ж теперь делать-то? Да. Там вот сидит, хохочет во все горло. Знаете, что-то какой-то анекдот, наподобие, как я рассказываю что-нибудь. Лица открытые. Все они как-то ничего не скрывают в себе. Да, какие мы есть, такие есть. Саныч нашел где-то фотографии. Саныч тоже нашел родственника. Родственника нашел, да? Так. На фото. Через 100 лет там у нас выберут плата. И уже кормят тебя, представляешь. За 100 лет добьют. Или 5. Или 5, да. Это уже по 100 евро, давай. Нас праздник там днем выгоняли на улицу. Ну давайте песню еще запоем. Отрядный. Ну давай, давно пора. Ребята, кому стаканчики еще? Остатки чая, кому еще? Кому надо, в общем, встал? Брат мой квартиру пропил, поэтому попал сюда я.
Стал я бомжом. Вся моя история, все. Старший брат? Да, старший брат. А потом повесился. Также я его не застал. Выходя из тюрьмы, я его не застал. Он повесился, а я остался бомжом. Я умер. Меня нет. Аня! Вот понятия не имею. Чем вы так не знаю? Я здесь говорю. В Библии написано: «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». «То будешь, как мои уста». «И сделаю тебя крепкую стеною». «Крепкую стеною». «Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя». Я скажу, прощай, любить не обязуйся. С ума схожу, иль восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели, не в этом дело. Так неумело, а напоследок я скажу. Что такое, не знаю. Я вот тоже ехала сюда и думаю, спеть, что спеть? А вот вообще ничего. Обычно вот с утра иногда стоишь, какая-то музыка вот прям в голову тебе залезла, и ты ее поешь целый день. А в этот раз вообще ничего прям вот. Я только вот единственное могу там, допустим, если в телефоне включу какую-то там музыку. Такая немножко грустная песня. Я для тебя готова на все. Ты повелитель мой, император. Меня уже никто не спасет. Соединяй же нас, оператор. Я за тобой иду по пятам. Такую слабую не было в жизни. Сегодня здесь, а завтра ты там. И почтальон несет мои письма. На кнопку нажать, вызов завершить. Чтобы удержать, надо отпустить. Надо учиться жить, все хватит, спину наживо. Сейчас другое время.
Сейчас вообще все по-другому. Сейчас люди по-другому выглядят. Даже вот взять, да, вот я смотрю, ну, прически, совершенно другие прически, да. Макияжа вообще нету практически. Была такая больше естественность. Я люблю танцы до безумия. Я прям, когда у меня выходной, я прям, мне не хватает. Мне вот не хватает, вот именно там же физическая нагрузка большая. И мне очень нравится то, что работает вот мышцы, вот эта вот усталость. Это прям, это здорово просто. Мне очень нравится. Я вот от работы я давно не получала такого удовольствия. И, ну, когда мужчина узнает, что ты танцуешь стриптиз, да, все равно у него отношение меняется. Ну, уже, ну, мужчина по-другому просто, ну, думает про стриптиз. Я много танцую. Я тоже, да. Мальчика не очень удобно, но ладно. Бесконечно вечерами я готова не спать, молчать годами. Под одеялом пусть мои губы шепните пару слов и поцелуй фигу. Я готова на все, только повтори. Нет, ты мне не хочешь, как я люблю, не люби. Я научусь понимать с первого раза. Не буду поднимать шум, но вряд ли сразу злая. Я обниму ресницами твои глаза. Ты ссоры буду жать на тормоза. Ты сон глаз и кофе пополам. Не проживу, никому я не отдам. Наши ночи, только прошу тебя очень. Повтори, что никого другого не захочешь. Как ты покажешь мне свет ночи. Я добьюсь, не хотя бы души дождь. Я докажу любви силу мощь. Ты мой любимый гость, даже если не придешь. Куда? Вот, кстати говоря, что девушки стриптиза, такие все, у них много ухажеров, много вот приятелей, поклонников. На самом деле не так. На самом деле-то по-другому. Ну, может, в профессии накладывается отпечаток, потому что более выборочными становимся. Вот, как-то. И не все готовы, наверное, мириться. Ну, одно-два свидания, потом как-то вот раз и на нет. А я не люблю звонить сама. Здесь бы я прогнулась бы больше на этой фотографии. Ну, вот как-то красиво. Ну, вот красивый прогиб. И лицо опустить чуть-чуть вниз. Вот, на этой. Ну, вот это мне почему-то нравится. Вот это, именно вот эта девушка. Как-то просто стоит, но больше нравится, чем вот это, лежащее. Вот это только есть без лица. Не нравится выражение лица. Угу. Как-то она угрюмая здесь. Не улыбается. Это игривая. Угу. Ну, да, характер, да, такая. Ну, игривая, да. Веселая. И вот это тоже. Это совсем веселая, поэтому сам первый ее выделила. У нас даже сейчас по-другому бы встали бы. Позировать на фотографии по-другому. Не так. Ну, наверное, вот так вот. Все-таки. Мне выгоднее, когда вот так вот по убокам. Потому что так не люблю себя так смотреть на фотографии. Вот лучше вот так вот. Ну, свободно. О, наконец настал тот час, когда я снова вижу вас и так надеюсь на взаимность. Я беспороден, это минус, но я люблю вас, это плюс. Сейчас. У меня раньше были тоже черные волосы, тоже длинные. Подождите.
Ну, пускай вот так. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Дальше. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana... Ритм сбиваю. Yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Приблизительно вот так. А слова учила прям, да? Нет, я испанский знаю. Да? Откуда? Да. Я его изучала, и, ну, и сейчас тоже учу. И еще итальянский. А зачем? Часто. А я путешествую иногда по Европе, ну и вообще просто иностранные языки нравится. Ну, тянет к романской группе, к испанским, к итальянским. Ну, я там в том году немножко жила в Испании, вот, и с людьми нужно общаться. Как бы мне нравится язык красивый. Я думаю, когда я уйду из этой профессии, я обязательно пойду в какую-нибудь танцевальную группу. Обязательно. Потому что уже без танцев уже, ну, все никак. Затягивает. Вот. Честно, я не знаю, что у меня будет происходить в следующем месяце, через 2 месяца. Пока вот есть такая возможность, я танцую. А дальше нужно будет думать. Как-то так. Все смелось уже. Шутят. Честно. Калач.
сидишь, вот друг другу говорить не слышишь. Начинаю вот мимикой. Головой, руками, движения какие-то. Кто-то понимает, а кто-то нет. Где мы? Он чего? Ты уже распечатал? Сейчас тоже надо метро положим, потащим. Давайте выстраивать. Живую? Мы не сможем так. Вот и находимся. Это разведка. Как у него в трубе, наверное. Нет, не здесь, что брать. Это может звук вон там. Город раздадут. А, вот это все. Да, его будет. Там люди кругом. Это вот какая часть территории завода? Это? Да. А что тянутся? Ну как? Котел какой-то. Немножечко туда. Не тянут. Скорее всего, да. Видишь, трубу. Расширение какое-то. Смотри, вот там видишь, что большая дубляка. Может там здесь уже. Так ведь здесь реконструкции какие-то будут. Что-то делают. Вот заложили. И узнать это вот здание все равно невозможно. Может быть, его уже и снесли. Я не понимаю. А еще слово, знаешь, откуда оно похоже? Оттуда, ты мафия? Большой для меня надо спросить. И что изменилось? Чего? Не просто борода. А мы побрились. Бородом побрились. Ну тебе мыло дают. Во время жилета не было. Уже обрились. Давай, давай. Давай. Тебя я пол улыбки. Ну как, родной завод, как же. Изменился. Короче, в сторону. В лучшую сторону. Только зарплата в нижней, а завод в лучшую. Родители только если детей еще не были. Да, родители у нас там. Нет, уже? Не видишь? Там прабабушка, прадедушка, наверное. Прокат, прокат, у нас прокат горит. Прокат надо. В стране прокат нужен. Ларис, ай, понравились как молодому. Все повыше в зад, все пониже вперед. Я не загородил. Давай загородим. Чист. Тут два встали, блядь. Четверо встали. Потом революция, революция потом есть. Мелкота, вам сказали загнуться вот сюда чуть-чуть. Они, блядь,
Как его встретить? Правнука, правнука! Я слежу, не заметно, что ли? Вам сказали, он Даем из первых. Раньше тащили. А вон повалили сколько. Их 5 печек-то было. А сейчас одна, и то все уже вон валит трубу. Было 5, пришли в Мартын. 5 было печей. А раньше в каждом доме ложки делали. А то, видишь, вот даже вся семья сидит. И маленькие уже, ребятишки уже заставляют что-то делать их. Ну, вот так вот нарисовали. Тут вот так невозможно делать. Один с топором, другой с ножом. Это можно травму получить. Ну, вот смотрите, вот они. Рядом сидят. Нет, же невозможно. С топором, он с ножом. Он может ему руку-то отрубить. Топор ведь не так вот размахиваешь топором-то. Вот это вот действительно все было вручную. Это вот береза лежит, дерево. Пилят кряжечки, вот такие надо, кряжечки, на ложку. Сейчас делают в основном из осины. Береза зря очень крепка, тяжело руками делали, осиновы делаем. Сегодня праздник Богородицы Введения, праздник большой, мы по праздникам не работаем. Война кончалась, и вот нас собрали в одну большую избу, 12 человек нас собралось, 9 мальчиков, 3 девочки, все вот, ну, кто, кому 14 было, мне вот 12 как раз лет тянуло, начали учить ложки делать. А после войны, кто пришел, мужики,
Отец вот у меня с фронта вернулся, он делал ложки. Помню, что привез эту серебряную ложку в штана, в той сапоге. Вот я гордею взял. Там за границей где-то попался серебряную ложку. Доказывал, вот я хорошо запомнил, он доказывал, я ей дома обедал, она серебро слетела, она медно, сделалась горькая. Нельзя, медь горчила, а была посеребряная. Я много зря не делал. За день делал, по сотне штук делал. Он утром, жена встает, 4 часа скотину управлять, а я сажусь ложки делать. До 7 часов тут на работу в колхоз пойду. Это не на станке. Это из ольхи ложки. Из ольхи. Царское дерево. Бывало, царю только дрова возили ольховые, чтобы не угорел. Вот заготовки уже кряжины пилены на ложку. Если вот маленький делаешь, то короче кряжик пилишь, а на длинный, то длиннее пилишь. Да, вот тогда, Авдей Савельевич, вспомним-ка, как меня ты учил-то. Да, тебе по башке надо, чтобы учить-то. Да. Ну нет, ну ходил, как ходил, ну учился маленько, но не до толку учился. Потом поступил в техникум, и все. И как бы забросил пока это дело. А так бы, и глядишь, лошкарь бы получился. Маленький хотя бы. Липовый. Липовый. Ну, хотя бы. Лошкарь. Нет. Надо трудиться. Они не хотят, молодежь, не хотят. Он дома пролежит у дивана, а не хочет делать. Вот заготовки-то нет, сегодня сделать бы вам ложку хоть. Надо попробовать, погрешить вам. Давай я уберу. Матрасская. Сухая. Thank you.
Изготовка плохая получилась у меня, Пашка. Надо бы другую. Вот, Жень, набить руку надо, так тебя слить. Тогда. А. Thank you.
Сейчас уж Женьку ручную никто не делает, станки ставят. Съездит в Бурлачков, погоди, как станков наставил делать. А мы с инструментом, да? А? А мы с инструментом, говорю. Фрезы у него, все. Вот и ложка готова. Указательным пальцем в нос попади с закрытыми глазами. Вот так. Ну, а чего попадала? Вам другой рукой. Хорошие. Часа из школы шла, так, конечно, там идти-то 20 минут. В общем, лежать в постели, пить больше жидкости, клюква, клюквенный морс, чай с лимоном, смородиной, сиропа с корил. Пусть мама купит. Я сейчас матери позвоню. Если бы меня не толкали, тогда бы не заболела.
Что, он тебе за шиворот попал, снег, что ли? Ага. Надо было сразу вытряхивать. Я вытряхивала. Только Ольга не давала. А из-за чего она тебя толкнула? Не знаю, у нее такая игра. Снег толкать. С подругами мы шли. Это ты сама не найдешь центра. Я нет. На поверьте тоже. Чем это? Просто решили, да? А то бабушка жрет вместо конфеток его. 10 копеек нет, ладно, вот берите. Она любит. А я найду 10 копеек? Да не надо, ладно. Ну что это? Не надо. На, вот. На. Что, кафе? Ты забыла? Ну, стучит. Поехали. Надо обследоваться вам. Если хотите, я положу в больницу в сухобезводный. Ой, куда? В сухобезводный. Вот к ним поеду. Лучше умру. Угу. Ну, нет, не поеду. В сухобезводный. Нет. Туда и ребятишки ко мне не приедут. Что это? Да так, приедут. Это работа. Это в садике. Нет. Лучше уж. Здесь уколы поделайте. А туда не поеду. Лучше здесь потихоньку. Если приедете, приедете, а не приедете, потихоньку с подругом дойду. Выпишите таблеток каких. Если здесь нет, так чай деньги, девчонка доедет, Наташка, за таблетком-то. А то и нет, беда. Радиодом я поеду. Тут при мне-то квазили в дом, вот. А не только без меня. Вот, считай, все вот растащат. Он недалек от меня. В четверг сюда придете сдать анализы к 8 часам. Сможете прийти? К 8, да? Да. А что, вокал и мочу? Нет, мочу и кровь. Кровь из пальчика возьмут. Натощак, ничего не кушать в этот день и не пить. Ну, а кровь-то вы теперь будете брать или когда приду? В четверг. Ну, ладно. 8 часов. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. С помощью врачей здоровья поддерживаем. 75-й год. Сейчас еще вот направление. Поехали, должна на четверг.
проверимся еще. Я исполняю все их указания, что напишут, какие лекарства принимать, я четко понимаю. Вот. Ну, и с их помощью в свое время работал, 15 лет на пенсии отработал. Да, главой администрации здесь, в Тарасихе, работал. С 86 года и до 10-го. Я в 4-м году вышел на пенсию, а в 10-м только отпустили. Не отпускали люди, понимаешь, все. Вы уходите, хоть на год достанется, хоть на год достанется. Так вот и работал. Вот. А это поддерживает наше здоровье. Всего доброго, до свидания. Лица приятные. А это Наталья Павловична. Мне кажется, не изменились. Тогда. Это вот я. А я где? Вот черный качок. Лица. Изменились, конечно, лица. Не знаю, мне кажется, такие же, как и сейчас. Умные все, да, не так выглядят, все такие раньше. Умные, красивые. Тут молодые, мы вот все старушки. Я уже все сказал. Такие добрые. Там худенькие, мы все толстые. Все родные. Вот чем мы сидим. Чувствуются они такие эти. Что изменилось? Мужественные, умные. Смотри, какие были. Уверенные в себе. Да? А здание какое? И родные между собой все. Сплоченные. Семья. Так, если вот нас, Маш, вот это сфотографировать, тоже скажут, какое здание. Да. А внутри красиво. Он внутри, может, вообще ничего не было. Одна другая, вообще холодно сильно. Ну, давайте фотографируем. И слушали вот так. Скажите, когда улыбаться надо? Уж давно надо. Нас похудее как-то. Спасибо. Ну чего, хорошо все.
выставил на свои денежные средства до 20 храмов. А вот стоят вот. В этом Смоленской и Владимирской рядом. Смоленская и Владимирская. Да. Сейчас их прям так устанавливают. Здорово. Но они сейчас реставрируют. Православным. И мы это реставрируем. Вот, а потом около этажей, магазин этажи, рядом там недалеко храм. Его, говорит, просили, он был бывший наш, так и не отдали. Ну, видишь, вот как, она же главенствующая, но православная церковь, она же главенствующая, государственная. Господствующая. Господствующая, главенствующая. Видишь, древле православия с 16 века, как в тени ушли, так в тени. А ведь практически... За шею его. Он вокруг, что ли, обошел, да? А если бы здесь было, то он только ничего. А я зашел, он щелка такая осталась, а он по ней просочился. Где-то у нас есть такая... Вас, еже Христе Иисусе, иже по образе Божий Сын, не восхищением чего быть равен Богу, но себе умолил, зрак раба прием, подобие человечеством быв, и образом обретися, яко же человек смирил себе,
послушлив был даже до смерти, смерти же крестней, тем же и Бог его превознеси, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, до имени Иисуса всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос. Слава Богу Отцу! Аминь! И Духови Твоему! Псалом Давыда, аллилуйя! Очень любил слушать колокольный звон. Ему было 5 лет. И вот они нам в дар подарили вот этот колокол. Я вам потом потихоньку покажу эту мамочку. Если она может там, хоть захочет, может что-то сказать. Тут даже написано в памяти кого. Мальчишка вообще был не от Бога сего. Который вот это стоит, что ли, тут вот с ребенком-то что ли? Да нет, что такое? А это, знаешь, 19 век. В молильных домах раньше молились. Не у нас, Филипп? Да ты что, нет, это не наши. Это, наверное, в Семенове или там вот более северные вот эти районы. Красота, как я говорю, но воспоминания только что стоит это старство глядеть, да? Да, и жили дружнее, мирнее. Да, как сейчас живем. Ну, они там тепло было, они босиком даже. А мы так не сможем. Лапти, лапти надо дойти сначала. Давайте мы с ними, так и нас получится переход. Ну, давайте, вот это снимать. Ну, давайте, давайте, давайте. Вот,
Галин, тут что? Пойдем. Давай, давай, расскажи. Иди, конечно, давай. Мария. Мария, иди сюда ко мне. Иди сюда, вот, иди. Мария, давай, иди сюда, выходи. Скорее, скорее, скорее. Мария, команда, молчу, поближе. Стоит. Да, да, да. Да, быстрее будешь, директор двора его императорского величества, замечательный, потрясающий художник, зодчий такой, который построил очень много зданий уникальных. А вот роспись, она по эскизам Ивана Яковлевича Билибина. Вот такой у нас красочный эскиз. Знаете, какие случаи бывали? Например, банкиру жениться нужно было с разрешения руководства. Угу. Безопасности даже банка. Здесь было особо, здесь много было компонентов таких, я вот могу рассказать, да? Решал он жениться, выбирал себе невесту, отправлял характеристику в Санкт-Петербург на свою невесту, достойно, она быть жена банковского чиновника или нет. Петербург запрашивал губернатора, из благонадежной ли она семьи, опять-таки, достойна ли она быть женой чиновника банковского. И было два выхода у молодого человека. Либо поменять службу, то бишь уйти, да, либо поменять невесту. Что выбирали? Всякое. Разное, да? Да, все зависит от степени чувства, наверное, от степени долга. А когда женщин стали принимать, вот немножечко такая печальная, мне не очень нравится эта традиция, что стали принимать только девиц, не замужних, не вдовых, не разведенных, только девиц. Опять банк, какая консервативная система, он брал на себя и требовал отдачи всей жизни. Вот женщины приходили, по 40 лет здесь служили, замуж выходить, если они выходили куда много. Нет, можно было? Она в окошко-то смотрела, да, вот кассир, выходила замуж. Он купец, похож на Дмитрия, на нашего. На Дмитрия Петровича, да, на Бирмана, точно. Вот. У меня ювелирный бизнес. Я занимаюсь розничной продажей ювелирных изделий. Наверное, это самый лучший бизнес для женщин, который приносит не только материальный достаток, но еще и очень, как сказать, удовлетворение большое. А вы чем занимаетесь? Я? Да. Строительством. Здесь внизу, да? Да. Бизнес. Это монтажная работа в строительстве. Здесь, в Нижнем. Не только в Нижнем. Везде, где работу дают. Жилые какие-то постройки? Жилые, торговые центры. Фантастика. Этажи. Республика у нас в Нижнем. Свой бизнес в банке начал. В 92-м году это был ГАП Нижний Новгород. Городской акционерный банк Нижний Новгород. Я здесь получил первый кредит в 92-м году. Да. Прямо в этом здании. Вот прямо здесь. Хорошо начал. Жалко только, что отдали все. Зачем? Да. Можно было не отдавать. Без залога под страховку по страховой компании. 10% страховой компании отстегнули и все. А тогда первые деньги были вложены в покупку стиральных машин «Вятка Автомат» в городе Киров. Посмотрите, чтоб я там красиво получилась.
директор завода герметизирующих материалов. Находится в Дзержинске, Нижегородской области. На заводе порядка 200 человек. Мы производим продукцию практически во все отрасли народного хозяйства, от автомобильной до космической. У нас бизнес – производство спецавтомобилей. Это примерно 1969-70 годы. Узнав, что здесь принимают серебряные монеты, мы, покопавшись в архив, это наша компания, а это несколько человек, значит, покопались в своих архивах и нашли серебряные советские монеты, которые к тому времени стоили, как мне память подсказывает, где-то 59 копеек за полтинник. Вот. И мы ходили сюда, сдавали эти серебряные монеты. Вот как сейчас помню, это было примерно окошко номер... Вот. Я так полагаю, что это было вот это. Ну смотри, женщины какие-то забитенькие одна здесь, да? Одна жена, скорее всего. Да. А вот, совсем уж, совсем прав, голос как будто бы не имеет. И наши здесь, да? Ну это, наверное, вдова чья-то пришла с деньгами. Ну, похоронными. Но у них тоже, похоже, были постановочные съемки. И дети были. Я думаю, что да. Сотрудники, он, видишь, как из окошек выглядывают. На снимке всего мы нашли двух женщин. А здесь, если так немножко утрировать, у нас одни женщины, всего, можно сказать, практически два мужчины. Как насколько перевернулся. Большинство мужчин. Да, я себе выбрала волну там, видишь? Женщина такая вот. Да. Вот, за мужчиной спряталась. Думаю, что это я. Да. Главное спрятаться, найти за кем спрятаться. Браво. Покажите. А вот. Вот бравый вояка, а я тут как бы при нем. Ну, я немножко изменилась за 100 лет. Видите? Была тогда лучше такая. Была такая вся серьезная. Какая-то даже грустная. Почему вы в стиле? Я в то время? Да. Я так думаю, что, наверное, у меня не хватало оборотных средств. И я пришла сюда за ними. И сидела и думала, дадут или не дадут. Как вот вы думаете, чем вы занимались 100 лет назад? Я думаю, я была мещанкой. Судя по обличию, я была мещанкой. Ну, наверное, продавала фантики, бантики. Какие-нибудь доколочки. Ну, что-нибудь мелкое. Это мещанка. Ну, это удачный для вас был визит? Вам. Конечно. Иначе бы сейчас-то я здесь не стояла. Развитие, видите. Дали все-таки мне деньги на оборотные средства. Я так думаю, что я вот появилась еще раз здесь через 100 лет. Правда, Таня, она на меня похожа? Да. Дмитрий Петрович Бирмана. Заместитель главы города, он у нас руководитель нашей организации. Похоже, только у них усов почему-то больше. У нас сейчас мужчины мало усы, да, носят, а почти все с усами. Гораздо больше стало женщин. Вот женщина. Ну так я уже определилась, это я. Вот женщина в платочке стоит. А вот за кассой. Да, это две женщины. Нет, это женщина, закладки женщин. Женщина – это ребенок. Ребенка мы не взяли, к сожалению. Да. Ну что, я пойду в образ. Правильно. Вы себя нашли? Ну, я думаю, что да. Да. Почему? Ну, не знаю. Сама постановка, как человек стоит. Thank you.
смотришь, у них там 17-й год впереди, а мы думаем, а у нас какой? Слышишь, они там с такими расслабленными лицами, а у них впереди 17-й год. И война. А, представляешь, 912. Давайте а у нас тоже конец вместе. Везде. Давайте, а у нас тоже неизвестность. А конец ведь. А сколько лет фотографий? 100. 100 лет, да. Я там рассказывал, да, не представился. Это надо или не надо?